Новый год – особый праздник, самый светлый и волшебный. Праздничным настроением и ощущением волшебства сегодня зарядились ребята, живущие в Центральном районе. С наступающим Новым годом детей поздравили депутаты 12-го округа – Геннадий Глазырин и Владимир Тарасян. Для начала малыши перенеслись в сказку. Городской театр кукол «Саквояж» подготовил для них представление по мотивам сказки «По щучьему велению». Большое спасибо Геннадию Михайловичу за такое представление, за подарки, за елку. В общем, новогоднее настроение нам обеспечено. Будет хоровод, подарки будут вручать, все будут возле елки ходить, с Дедом Морозом, с Снегурочкой. И все будут веселиться. Сегодня у меня появилось новогоднее настроение. Дети в ожидании праздника нарядились снежинками, зайчиками, белочками, разными сказочными героями. И, конечно, каждый заучил стихи и песни, чтобы получить подарок от зимних волшебников. Мы приглашаем деток с нашего округа. Прежде всего, это малообеспеченные семьи, неполные семьи и находящиеся в каких-то трудных ситуациях. Мы стараемся сделать этот праздник, дарим подарки, и детки радуются и смотрят представление. Мы постарались сделать вкусные подарки, интересные детям подарки, чтобы они радовались, чтобы они вспоминали эту елку и ждали следующее. Пользуясь случаем, я хочу поздравить всех жителей города Сочи с праздником, с Новым годом, пожелать им благополучия, счастья, здоровья, побольше улыбок, побольше приятных вещей, чтобы Новый год, этот Новый год был радостней, счастливей. С Новым годом! Традиционные депутатские елки в этом году проходят по всему 12-му округу. И это не только детские утренники, но и предпраздничные мероприятия для общественников района. Галина Моисеева, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.